Героями не рождаются, героями становятся. Данила Шестаков, открытый мальчик с добрым взглядом, запомнился многим в Тобольской школе номер 17 и в многопрофильном техникуме, где получал профессию. Отслужив срочную службу в Амурской области, он по контракту отправился в зону СВО. Осенью прошлого года под Херсоном он с двумя сослуживцами под ожесточенным обстрелом противника остался прикрывать товарищей. За это тоболяк был представлен ордену мужества, но получить не успел. Погиб. Низкий поклон вам, Татьяна Михайловна, за сына, которого вы воспитали настоящим защитником Отечества. Мы всегда будем помнить нашего героя. Настоящий защитник своей Родины, не задумываясь, остался прикрывать отход своих товарищей, друзей. Таких же молодых парней, как и он, не задумываясь, принял решение, ему никто не приказал, ему никто не указывал о том, чтобы остаться прикрывать отход своих товарищей. Приказ о награждении орденом мужества был подписан президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отметил отвагу и самоотверженность, проявленные Тоболяком во время исполнения воинского долга. Награду за сына получает мама Татьяна Михайловна Шестакова. Он был не один, помогая другим. Погиб, и честь сохраняя, спиною своей всю Россию прикрыл, свой воинский долг исполняя. Эти стихи Даниле Шестакову посвятила тобольская поэтесса Вера Казанцева. Когда мы узнали об этой новости, конечно, сразу же мороз по коже прошелся. Мы всей школой были в состоянии ужаса. Данил был добрым, очень невоспитанным. Он всегда был очень сдержанный. Он никогда не говорил ни одного грубого слова ни девочкам из класса, ни педагогам. Всегда был очень учтивый. 20 лет, но это же он даже еще жизнь не видел. Ольга Куричко, Михаил Куричко, «Тобольское время».